Киев обвинил Россию в нарушении конвенции по морскому праву. Это заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Первый большой иск будет подан именно на этой неделе. Он касается конвенции по морскому праву. По словам министра, вопросы в иске коснутся таких проблем, как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности и завладение объектами культурного наследия. Глава украинского МИДа отметил, что это будет очень масштабный иск, и Украина намерена добиваться компенсации. О каких суммах идет речь, пока непонятно. Придется дождаться текста иска.